Шаланды полные селедки в Одессу Тёма приводил. И все бендюжники вставали, когда в пивную он входил. Ребята, короче, таки, пардон, прошу прощения за голос, петь не буду. Друзья, всем привет, с вами Денис Филипп Иван. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзья, Кимарат. Ага, Катюня, слышишь? Ты лохматку там привела свой порядок. У меня всегда лохматка в порядке. Все-таки, как это, гости в гостях у нас сегодня. Марат привез Свету, точнее, Света приехала, сидит. С Израиля приехала и замерзла. Короче, Израиль и весь мир нормальные люди. Мы сегодня будем вас удивлять. Так что я... Ой, Марат, сегодня все комментарии и видео будут вам. 100%. Я сегодня гость. Ай, Марат, пей до дна, пей до дна, пей до дна. Марат, просто буду, короче, кормить тебя рыбой вкусной. Приехала, сразу хочу сказать. Зовут Тёма, Лена, спасибо. Давай твое здоровье. А что, мы уже пить начинаем? Так ну, может мне без этого и плохо. Да в конце концов. Да может, давай проверим. Лена, забери обратно Марат, этот бокал. А ну налей себе, давай, твое здоровье, оператор. Пьем за тебя. Нет. Попробуй только откажи. А кто вообще решил, что вы должны пить? Я не могу понять. Так он пиво теплое ему. Марат. Да теплое, что не видишь, пенится, елки-палки. Что это, блин, чай какой-то. Давай бегом, пока она не передумала. Ребята, а где моя крепкого здоровья. Твоя ты дома. Ты со Светой будешь пить. Сейчас я буду пить. Да. А Сережка будет кормить и рулить, и пьяного водителя вызывать. И все одновременно. Вытермана лучик. Герафон, Тальвенсон, ничего мали. Ты понял? Работает, короче, ребята. Лечимся только пивом. Катюня, я тебя лечить давай. Не буду. Я сразу тебе говорю, пей сколько хочешь. Ну, зануда, баба Ёшкинка. У тебя нормально? Пока да. Все. Еще сутки не прошли просто. Меняемся. О, ребята, теперь можем начинать. Сразу хотел сказать, зовут Тёма, живет Вилково. Любой хипиш, короче, едет по почте, все нормально. Я сейчас объясню, за что я говорю. Иди, Катюня, сюда. Такая заехала посылка, что я был в шоке. Посмотри. Свежак? Да свежак такой, что она еще утром дергалась. Катюня. Это солоненько. Я сейчас что хотел сказать, люди будут говорить, Липован, засоли. Ребята, такие, даже я молчу, такие не надо, потому что у меня есть и соленая селедка. И свежая. Сегодня будем жарить. Посмотри, какой сомик. Два штуки. Жарить? Катюня, я просто хочу, короче, накормить Израиль весь рыбой. Сом, сазанчик, елки-палки. Смотри, какой красавец. Свежак. Ты шо? Я сейчас это подожди. Тут надо приготовиться. Отойдите, лучше ляжьте, ребята. Касается наших телезрителей. Если вам станет ненадолго плохо... Держите себя в руках. Держите себя в руках. Это такое, Катюня, так это еще барабанная не дробь. Да ты что это? Я только начал, ешкин ты кот. Меня просто не было, я только пришла. Посмотри сюда, тихо. Посмотри, кусочек толстолоба. Ё-моё. Катя, сейчас и ты пиво захочешь. Ты что? Та и чтобы она ему сейчас сказала, ну тебя в баню Липован толстолоб, выходи за меня. Ты что? А это? Ладно. Давай сюда. А копченые середочки на арену. Обижаешь. Я обижаешь. Вот копченые середочки. Тёма мне вообще говорит, Серега, там что-то я тебе там вкусненькое передал, и все. Я как открыл коробку, а что вот это? Я обалдел. Это угорь. Вот это угорь. Я думал, что у нас таких нет. Так кусай прямо отсюда. Ты посмотри, как красиво и изящно ему сняли шкуру. Аккуратненько, это такой, Марат, это просто... Это сейчас как в прошлом это, видео будет, сейчас это, мы начнем это все жрать. Это делишес, елки-палки, слышишь? Бегу. Такого, это один в Одессе. Тёма, спасибо, я уже оставлял телефон Артёма. Артём Вилково, звоните, пишите, устроить все, что надо. Короче, целая куча этих толстолобов, вот это мы обязательно попробуем. Посмотри на это золото, иди сюда, только не ослепни. Смотри, Марат. Это тоже хочу. Селёдка копченая. Вчера коптилки была, сегодня у Липована в руках. Это холодного или горячего? Это именно как ты любишь. Да. Просто тупо берешь ее и ешь. Понял. Это рыбец. Слушай, я долго, я уже не могу это снимать. А чего? Потому что я хочу этой рыбы. Я же говорил. А ну, слышишь, а у тебя... Туши огонь. Не-не-не, подожди, у тебя Света нормально? К рыбе. Не-не, она оперирует? Она в смысле, оперирует, да, в операционной. Так позови ее, пусть она поснимает, Катюня. Иди сюда, иди в люди, елки-палки. Будем тебя кормить сейчас на весь мир. Эх ты. Ладно, пожарим сегодня свежую селедку. Ой, пожарим сомика. Хочу, пожарим. Давай, это давай. Видео не за рецепт, это просто за хороший аппетит. Ребята, чего я вам желаю, чтобы вы были здоровы. Поехали.
Вот это трещит. Марат, вызывай Свету уже, елки-палки, что ты? Ай, привез и спрятал. Точнее, сама приехала. Человек, как узнала, что у нас селедка свежая, бросила все дела в Израиле, приехала просто покушать, короче. Марат, надолго? Что? Света приехала. Или селедочки покушать и завтра обратно? Как пойдет. Как пойдет. Счастливый. Как я. Так, у нас если все идет по плану, у нас идет по плану. Марат, когда мы едем на рыбалку? Через два дня? Ну да. Ну а что это через два дня, а не послезавтра? Спасибо за добывать. Пожалуйста, до свидания. Будьте здоровенькие. Добывать щуку на gefilte fish. Короче, все, оставляем мясо, ну его в баню, правильно? Аж до мая месяца. Только рыбу готовить. Only you, рыбу я. Что, не спит? Приготовлю. Свете холодно, не мучите ее. Да оставьте там жаловаться. Я пою, и ребенок усыпает, понимаешь? Даже с таким непонятным голосом. Так, кажется, нормально. Света, передай себе привет. Будешь в Израиле смотреть. И девочкам там всем передай. Кто остался там в Израиле? Есть? Подружки, друзья, знакомые? Всем привет. Так, надо говорить как? Мало... Шалом. Не слушайте ее, едьте, да. Селедка отогревается, это, нормально. Это после Израиля вам. Скажи мне, может тебе вина липованского налить? Я ой, вкусно. Да ты что, елки-палки, вот Марат. Вот, да? Это... Вкусняче. Я что хотел спросить. Будем камни-ножницы раскидывать. Что начнем жарить? Да лучше бы ты мне угря дал кушать сначала, чем жарить. А? Да она меня с этим угрём, ну елки-палки, ну что ты успокойся. Ну, давай сейчас... селедки, давай селедки. Ты хочешь селедочки? Да. Ребята, если у вас вдруг появится, у вас по-любому появится свежая селедка, не торопитесь ее засыпать солью. Я больше чем уверен, что многие вообще не ели свежую дунайскую селедку. Вот попробуйте, что это такое, кайфанете и забудете, что такое солить. Ребята, именно дунайскую свежую селедку. Обалдеть. Я бы такой, что пожарил ее целиком. Марат, ну специально для тебя бахну ее наполовину. Ты посмотри, а? Тунец. Молодец. Тунец, молодец. Предлагаю сразу, чтобы не объесться, короче, в хлам. Раз, два, три, четыре, там еще пару человек кто-то придет. Ну, всем по кусочку, потому что я давно не ел сома. Очень хочется. Сегодня именно такое видео, это именно то, что я больше всего люблю. Жареная рыба. Хотя не я один, здесь все в Одессе просто... У тебя масло горит, ты говоришь. Обожают. А дикий сазан. Это же... Ай-яй-яй. Это вообще сказка? Может, запечем его? Там может и запечем, может и уху сварим. Нет, давай сделаем шашлык. Ну, мы поедем в Вилково, поймаем этого сома вот такого 1.5 метра глубиной и сделаем из него шашлык. Так, что, есть? Тут вообще ничего почти делать не надо. Слегонца посолил. Рокировочка. Где перец? Марат, а что ты не закусываешь? Не заболел? Вот селедка есть малосольная. А ты что, угощаешь? Я... А что, ему, ему надо спрашивать? Я жду жареную селедку. А ты хочешь именно ей закусить? Меньше болтовни, больше дела. Короче, вот давай. Тебе белая мука, высококачественная. И шикарный такой же белый перец в муку. Все, ребята, весь маринад. Вот тебе наш шикардос. Я уже здесь? А. Все, ты ее поженил, елки-палки. Ей надо буквально ничего, абсолютно почти ничего. Даже если забудешь посолить, все равно это будет нереально вкусно. Незабываемо. Ой-ой-ой-ой-ой. Жарится быстрее быстрого. Ты что сейчас там у людей головокружение? И, ребята, все будет нормально. А что ты там, зачем? Он будет переворачивать. Марат, давай, сегодня не только Света, сегодня и ты в гостях будешь, все будет нет, нормально. Ты будешь переворачивать. Да я понял, у меня лопатки, я же как Спанч Боб, я этими щипцами не умею работать. Ну и зря. Хотя рыбы сегодня будет много, хочешь, и ты щипцами там что-то делай. В четыре руки как станем. Ай-яй-яй, какой запах, почувал. Слюни текут. Я тебе говорю, сейчас обморок здесь на районе по-любому. И еще у полмира, все, кто нас смотрит, ребята,
ловите по аромату. Аромат селедки, ты чувствуешь? Даже с моим сегодня нехорошим носом, я просто именно... Вот оно тебе лекарство. Как это? Эхинацея от всех... Или как это? То слово. Не... Знаешь, руки как будто скульптор в глине, знаешь? Ага. Твоя. А, эхинацея. Панацея, ёшкин кот. Эхинацея, это тоже, кстати, повышение иммунитета, только это растительное. От насморка? Так, селедкой покончено. А какая уха из нее, Марат, это просто бомба. Не пробовал. Именно чистые из селедочки. Никогда в жизни. Она вот такая, ты ее за хвостик аккуратненько берешь, так вот труханул, короче, и филе распалось, и у тебя весь позвоночник, короче, вся юшка, скульптура. Юшка становится холодцом даже уже в теплом состоянии, понял? Вот настолько. А на следующий день у тебя именно желе. Но это если останется, такое бывает очень редко. Очень, ты берешь себе лесочку и вот так вот нарезаешь себе на такие квадратики, и вот это вот желеобразное ляп. О! Песня. Эликсир вечной молодости. Ты что, не видишь, мне 72 года, а я выгляжу как селедка на нерест, елки-палки. Огурцом. Так, это жарится очень быстро. Катюшка. Что, Сережка? Я это видео так и назову. Ни в коем случае не смотреть на голодный желудок. Правильно? Угу. Липован предупреждает. А но я, на самом деле, на голодный желудок. Что? Снимаю. А ты пока... Ой, елки-палки, Марат. Я же пока ты ездила там себе маникюр точить, я же был с тобой солидарен и точно так же ничего не ел. А-а-а. Ты сегодня в красном? Да. Боже мой. А, наверное, это идет к селедочке? Наверное. Не только к селедочке. Катюша. Шедевр. Смотри, как они эти плавнички поподымали все. Ну да, это как лес рук, елки-палки. Кто будет отвечать? Я. Не, я же говорил, что она жарится очень быстро. Это нереально вкусная, быстрая, легкая жареная рыба. Ну, наверное, также усвояемая. И также... Перевариваемая. Вот. Совершенно верно. Что, по три, по две, по одной? Ой, боже мой, что это? Разве не золото? А сколько в ней витаминов и фосфора? Сколько вообще там полезного всего? Мне сегодня... Ага, ну, Света уехала, а уже не важно. Абсолютно. Почему? Звонил сегодня Тёма. Тёмочка или Липовани, всем салют. Привет. Огромный. И благодарю вас за вот такие вот шикарные, блин, деликатесы. Я говорю, спасибо вам, я один в Одессе вот такой вот. С такими ништяками. Звонил и Серега, ты что, елки-палки, уже потихонечку Дунай начинает зацветать. Вербы начинают именно вот эти вот почки свои длинные распускать. Красота такая. Именно кваканье лягушек. Где-то вдали там соловей поет. Елки-палки. Селедочка по вечерам поднимается наверх. И серенады тоже там выписывает. Сом нет-нет, квакнет. Квакнет. Фу, ну вот подождем, сейчас вот это вот закончится еврейская кучка. И поедем сразу по теплу, понял? Катюня, слышишь, пока нежно бурлит селедка, я хочу передать огромный привет нашему подписчику, тезке моему, ага. Сергею Кравченко. Огромное спасибо, доехала такая посылка, я тебе еще не говорил, ты сейчас обалдеешь, иди сюда. Ага, это, конечно. Ох, старенький чемоданчик, я такое люблю. Катюня. Проигрывать. Ты что, уже знаешь? Я ж запачкался. Класс. Посмотри. Такой агрегат, но, если честно, я таких не видел. А я видел, у нас был в детстве. Похожий. А ну-ка. Отойди, дай я попробую включить. Мне только селедку не пережарь. Да, не переживай, там ее столько, что даже если пережарю, еще бахнем. Как он врубается вообще? Это просто ламповый. 33-я скорость. Что там за диск? Или флешка? Эй, Марат, он работает? Ты громкость не сделал. Катюша, не лезь сюда пальцами. Вот такие звуки идут. Что это? Очень с черный. Выходом? С выпадом? Что это? Очень черные. Как люблю я вас. Обалдеть. Посмотри, колонка отдельно, а?
Молодежный, я тебе говорю. Ну я такого кожаного не видел еще. Станцую с выходом. И ты на мои танцы не равняйся. Как люблю я вас. Эх ты, голоса нет сегодня, елки, ты палки. Слава Богу. Вот это агрегат. Пусть мурчит. Вот душевная вечная композиция, правильно? И голос такой именно присущий, именно как это, присущий именно цыганам, такой именно. Вот Боженька подарил. Ты умеешь вальс танцевать? По квадрату надо. По чему? Ну, квадрат надо ногами вписывать. Ну, научишь? Ну, попробую. Ну, если ты, конечно, сама умеешь. Ты умеешь вальс танцевать? Да. Но это ближе к романсу, да. Ну, есть тут раз, два, три, раз, два, три. Ну, можно. А у нас такие эстеты тут собрались, елки-палки. Один лучше другого. Что, я когда был в садике, я на танцы ходил. Научите Серегу вальс танцевать. А да не только... надо, я а тебя умоляю. Мы вот на рыбалке вот... с ним танцуем. Как он там вчера сказал? Яйцо вывалилось. Добрый час. Не, хороший человек, не. Кто? О, все как положено, заело. А так должно было быть? Да. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Оп. Хе-хей. Так, накрыть. Агрегат. Класс. Супер. Домой возьмем. О, там меня и научишь, поняла? Хорошо. Обманула. Мы со Светкой, по-моему, вальсы танцевали на свадьбе. Типа первый танец, который... Не помню точно, но где-то есть видео. Ну, со Светкой хоть? Со Светкой. Все. Все остальное не важно. Первые 15 минут точно со Светкой. Все остальное не важно. Ну что? Что? Карпушу или сомика? Ты же сказал сомика. Правильно. А зачем ты это сейчас делаешь? Я? Да. А мне приятно с рыбой возиться. Ну ты была сегодня на маникюре? Ага. Тихо, тихо, тихо. Слышишь, нифига себе агрегат, елки ты палки. Марат, у него вот эта вот пилочка. Это серьезный, видишь, да. Видишь, у него здесь пилочка. Это только у сазана, кстати. И вот здесь. У карпа такого нету. Не знаю, спорить не буду, но знаю, что... Есть, но не такой. Что сетки вспарывает только так. О, угу. Тихо улетело. Прям бивень какой-то. Фу. Невозможно дышать, Сережка. Да не жалуюсь, это елки-палки. Ты что? Вот дело у кого такое есть? В Одессе живешь, а как будто бы за городом. А? На природе. А ей все не то, все не это. Ой, женщина. Ого. Любимая. Самая противная. Самая красивая. Сварливая. И чуть-чуть сварливая. Подожди, я только начал, елки-палки. Где эта мисочка из-под рыбы? Ой, Марат. Ай-яй-яй, не то слово. Это сомчик, а вкуснючий. Жирный? Сом? Да. Съедобный. Мясной. Очень мясной. Все. Ой. Посмотри на это мясо. Посмотри на этот шедевр. А? Костей нет. Чистое, нежнейшее здоровье. Блин. А, гриль занят. Сейчас бы такие стейки на гриле пожарил. О, ты шо? Сказка. Или можно юшку оставить? Оставь, конечно. Ты видел, какой у него рот? Я ничего здесь не вижу в этом доме. Думаю. Ох, какие губки симпатичные. Хочешь с ним засосаться? Это будет последнее, что ты будешь хотеть. Ты шо, там такая наждачка? Ну, зубов нету, да. Катюня? А. Присмотрись. Ты видишь? Что? Вот это вот все мелкие зубы. Вот туда входит, назад уже никак. Раз грядка, внизу два грядка. Он если что-то пригубил, то все, ты его навеки. Да? Да.
Это ж такое маленькое, тоненькое, шероховатое. Можно вот так вот пятку засунул сюда, когда у тебя там проблемы на топтыше. Поелозил, поелозил, короче, достал. И как попа у младенца. Да хватит уже. Я знаешь, почему так говорю? Почему? Потому что у меня вот тут вот лежит, отойди. Кусочек рыбки, и я уже не могу ждать. А, так понятно? Вы уже едите. Марат, ты хоть попробовал? Я. Бери, иди сюда, ешь. Попробуй. Сейчас, Серега, сейчас. Так, это на юшку, это сюда. Мурка, кс-кс-кс-кс. Ты что? В обморок упала? Где наша Мурка? Она внутри, по-моему. Ага. Кушайте, гости дорогие. Свете ребенка вручили, когда Серега пожарил, говорит, едь давай отсюда. Шо, кайфули? Угу. Слышишь, прямо как чупа-чупса, елки-палки. Лохматишь. Ну. Давай. Вкусно, да? А, слышишь, нормальное масло. Все, вы кушайте, а я дальше работаю. Так. Здесь тоже трошки присолить. Сом, обалдеть. Тёмочка, спасибо. Вот это... Я в шоке. Даже не мечтал. Ребята, какой-то у нас маленький стол. А где хозяин шкафа? Андрюха, что ты там сидишь? Ну, покажи человека, иди сюда. А, я понял, он, короче, заказ. Иди, иди, я покажу. Вот тебе Андрей, вот тебе бывший хозяин шкафа. Иди, человек, сюда. Что, я жую. Да что, прямо так, что как будто бы отъехала? Не, я тут. Ну, слава богу. Короче, если кому-то надо мебель, к нему все вопросы. Иди ешь селедку. Тебе спасибо за шкаф. Угощайся селедкой. Ой. Катюня сегодня у нас какая-то немножечко. Да не надо вам под нее что-то брать. Возьми руками, просто иди кушай. Я тебе говорю. Вот то у меня было видео, когда я здесь всех учил пить вино по-липовански. Мне сейчас надо что, учить всех есть рыбу по-липовански? Просто берешь и докушаешь руками. Ой. И что, у вас такого на мебельной фабрике нет? Нет, такого нет. Такого нет, да? Ох ты что. Я поэтому сюда прихожу. Красава. Жену угостить, где она, ладно? Ребенка нянчит. Я ей в рот бы сунул. Смотри, Марат, чтобы она сейчас в аэропорт не поехала. Подумает, да, ну его в баню, холодно. Марат тут занят. Не-не. Так быстро я ее не отпущу. Ребята, я что хочу сказать, что нам бы даже сегодня Нептун или Посейдон, короче, все бы позавидовали. Елки ты палки, сказали бы, эх ты, Липован. А знаешь, что у меня есть? Мариночка. Заезжала вчера в гости. И что-то таки привезла. Марат, ты хочешь джику свежую? Ну, не сейчас. Это Мариночка, у которой Валера берет вкусняшки всякие-всякие. Вчера заехала в гости. Марина, целую ваши ручки. А что не сейчас? Ты что, потом не будет? Арбузики, которые... Посмотри, да? Арбузики, да. Ох, это вот. Говорит, у меня осталась последняя банка арбузов, короче. И она твоя, и она у меня. Вы будете арбузы есть сегодня? Или только помидорки? Так, думаю, мы не сможем. Сказал Марат. Марат, сегодня банкет, и все за рыбу, елки-палки, сможешь. Эх ты! Тихо. Ты заметил, что уже не локтем? Да, только хотел сказать. Открывашка имеется. Доставай. Ну, я боюсь, что у меня не влезет в банку. А если влезет, то не вылезет. Ой, по твой красный маникюр, то, что доктор прописал. Ничего, ты поняла, руками? Какие? А ты сейчас перед кем умничаешь? Передо мной? Да. И чему вас только мама учила? Может, дать вам по рукам? Ты это хотел услышать, не? Кушай на здоровье. А я хотела тебя покормить. Да успокойся ты, я не голодный. Посмотри. Ты шо фаршированный зеленью? Катюня, а это что? Тебе видно? Попка. Похоже. Прожилки. На попку. На чью, интересно? Ты шо, у макаки когда-то видела с близкого расстояния? Посмотри. Это сосудистая система помидоры, ребята. Можно мне тогда? Анатомия. Если ты не хочешь. Тебе...
Поставь на паузу. Я переживаю за лохматку, за, ну, за кушай, все кушай, переживаю. Кушай, кушай, да я не для себя, а для тебя стараюсь, просто оно течет. А ну сделай вот так вот, как этот. Как? Позу. Ну вот такую сделай. Вытяни шею, чтобы микроскоп не пострадал. Я лучше выключу, Сережа. Выключай, давай. Ребята, сейчас будет шоу дикое просто. Сережа. Шо, Катюша? Это так вкусно. Ты шо, у меня пальцы заточены, смотри, шо, елки-палки, почти. Пассатижи или как там? Бесподобно. Взял, сглазил, теперь не могу достать, елки-палки. Нет. Даже с кем разговариваешь, я вообще не понимаю. Ты, тебе шо? Говорю, как вкусно это кушать было. Это очень вкусно. А рассол можно пить. Вот ты сегодня пиво напьешься, я тебе завтра холодненького налью. Будет. Да я же не до обморочного состояния напьюсь. В прошлый раз был до обморочного. Ну вот в прошлый раз не надо было мне рассол давать. Марат, попробуйте помидорку. Я уже от рыбы пьяный. Усы все в рыбе, слышишь? Да. На, я тебя даже уже оголил, короче. Держи. А в рот сунешь? Света не против? Света не слышит. С удовольствием. Хотел оператору всунуть, но получается всунул тебе. Марат. Тихо. Выдыхай, бобер. Я же вам говорю. Слышишь, сегодня разрыв какой-то там кишки. Просто не видео, а это именно обморок, ребята. Главное, чтобы наш живот, желудок не разорвался от счастья. Люди смотрят. То вытирай губы, и все будет у тебя нормально. Жрут и жрут, жрут и жрут. Ребят, сегодня просто именно рыбный банкет. Такой себе, что вот такие вкусняки есть только в Одессе. Если вы не в Одессе и собираетесь, то уже бегом к нам, пока у нас костер не погас. Почему он все время за мной идет? Да и за мной, Барат. А любит он евреев, ты понял? А ну, отойдите от меня. О, все, фу, можно жить. Сюда. Бей посуду, я хочу. А ну, не рассыпаться. Так, это на юшку пойдет. Я вот люблю лимон. Вот это я долблю, так долблю. Я люблю карпа вот такими вот подковочками маленькими. Видишь? А с удочка и щуку еще тоньше. Да? Да. Вот так вот делаешь. И это очень вкусно. Сам по себе карп, рыба ароматная. Вот это я дал, так дал. Что? Маратик. Красавчик. Маратик. Слышь, он уже готов. Самяра. Я надеюсь, ты уже проголодался? Посмотри. Так, где там ляган? Ты занят? Давай, я принесу. Давай, бери вот то, что там осталось из-под селедки. Да. Убрать его? Нет, не убирать, давай я так подам. Тебе не надо убирать, тебе просто держи. А я сейчас буду сюда все это дело выгружать. Сомика. И дальше будем. Тихо. Продолжать. Ребята, вы так разогнались на селедку. Я надеюсь, что это мой хвост, потому что я не попробовал. Хотя можете его тоже пробовать. Я себе еще пожарю. Очень быстро разлетается. Это все я сожрал. И я три кусочка серого раз. Что? Потом вскрытие покажет, елки-палки, кто, кто сколько съел. Ах ты, рыба. Агу? Иди гагути-то. Все, Андрюха, шикардос, неси туда на поляну. А я, Катюня, иди сюда. Да что тут показывать? Ладно, оставь ты этого карпа. Сейчас я быстренько... Ты сказал, что тут показывать? Присолю. Да показывать не надо, здесь все одинаковое. Непосредственно конкретно перед тем, как отправлять уже на сковородку, вот тогда ее надо и солить. Блин, извозякался уже в муке, я вообще хотел угостить тебя угрем. Да я вижу, все с самого утра, а хотел, мы... уже я не хочу угря. Серьезно? Ну, конечно, уже наелась всего. Ладно, не для тебя стараюсь. Хоть людям расскажем, что это такое. Все, сейчас кар будет жариться, а я покажу, что такое угорь. Я покажу, а Марат расскажет. Правильно, Марат? У вас там есть в Израиле угорь? Нет. Ой, что вы там вообще делали? Нет, всю всю свою жизнь? Гады, ни такие. Карася, ни угря. Ну, там есть много другой вкусной рыбы. Понятно. Вот только ради этого и надо будет в Израиль съездить.
Там вместо каратя мушт. Кто? Мушт. Мушт? Конечно, не сравнится по вкусу. Не такой сладкий, но похож. А визуально также похож? Да, и визуально. Чешуя, губы, все нормально? Визуально похож немножко, ну, похож. Света говорит, красивее. Ай-яй, Света. Катюня. Я даже не знаю. Тебе его надо резать или будешь так кусать? Нет, ты мне отрежь и почисти, и в рот положи. Он уже чищенный. А косточка? Ну какая, центральная? Да. Слышь, ну ты вообще уже, Галя, балованная. Шкуры здесь нет, ее спустили. Так. Да? Я шучу, есть. Вот. Тогда ты знаешь, что надо почистить. Все, хватит. Ты что, очкуешь, что все съедят? Да не переживай. Тёма еще передаст. Ребята, если что надо, там обращайтесь, говорите от Липована, и будет вам счастье. Катюша, вот прямо любой кусочек, правильно? А ну стой. У Тёмы точно хватит угря? За угря не знаю, но селедки, сомы и всяких таких приколов хватит по-любому. Катюня, короче, я вот так вот тебе приоткрыл здесь, на, потихонечку, кусни его. Аккуратненько. Это такие угорь. Пришлось отдирать твою руку. Кожа упругая. Он есть упругой? Конечно, это долго можно смаковать с пивом, да? Тягучий. Как говорит мой друг Боцман, под этот кусочек можно выпить 6 литров пива. Да, да, Марат. Под этот, я думаю, больше. Больше. При всей своей вот этой вот мягкости, как это, пушистости, он нереально вот такой. Ковер сейчас спалите мне, елки-палки. Стою тут, рассказываю за угря. Как это, что его пробовать, угорь? Да и угорь. Он и в Африке угорь. Катюня, доедай. Давай мне вот это, подай, пока ты не помылся. Я буду сосать, прямо в рот засунуть. Целиком? Ага. Вот это мясорубка. А ты говорил, мулинекс. О! Никакая Франция с нами не сравнится, да? Катюшка, ой, тихо. По-моему, он уже начинает мне хамить. Где-то там Марат был веник, он... Сделай доброе дело, чтобы мы, как это, не спалили наши с тобой одинаковые кроссовки. Как много, и трусы одновременно. Марат там вычитал комментарий, что у нас еще и трусы одинаковые. Кто-то там очень внимательный у нас подписчик есть. А может, просто не подписчик, человек так зашел, посмотрел, думает, ах, ну их в баню, и вышел. Все, шика, опять руки мыть. Вот дела. Да подожди, ну тебе угря, а мне толстолоба. Очень своеобразная рыба. Очень вкусная. Ее даже липовани не все едят. Марат, я хочу этого агрегата попробовать. Ёлки-палки, слышишь? А ты сделала фотку? На память буду детям рассказывать, что сразу вот такие клевали. Ты шо? Да я его даже резать не хочу. Посмотри, Марат, вот они, имплантанты моей мечты, это тебе да. Я пошел за пивом. Пойди. Просто кусочек. Все, Марат разошелся, его не остановить. Ты посмотри, какое мясо. Марат, это прям балык. Да? Я пойду Светке в рот. Не осетровый, а именно толстолобный. Катюнь, ты будешь? Я жую угорь. Ну, жуй. И боюсь, чтобы все не слышали. Ой, малосолочка шикарная. У меня другое уже в голове, только что именно рецепт пролетел. А если из этого мяса, из балыка, сделать пельмени? А что нет, так и делают. Кто-то до меня придумал? Да, китайцы с красной рыбой делают пельмени.
Тю, не сырой стыдно, же, не копченый? Ну, я говорю, закопченого толстолоба конкретного нашего. Это будет трипованский рецепт. Ну, давай, твое здоровье. Блин, обалденно, ты попробовал? У меня угорь во рту. Ага. Я сосу. Толстый просто бомба. Катюня, рекомендую тебя. За другую щечку, да? Разбавить, да. Вкусовой этот хаос. Вкусная такая, что словами не передать. Да. Иди покорми ребенка, возвращайся, еще есть чем удивлять. Спасибо, спасибо, что ты зашел, чем я занялся. Извините за бардак, но сегодня просто именно взрыв рыбный. Взрыв вкуса. Рыбного вкуса, вот. Так еще и селедку мы не пробовали. Соленую. Сейчас я тебя Барат. Уже куда-то пошлю. Сделай себе клизму и возвращайся. Мне есть чем тебя удивлять. Это просто праздник какой-то. Ой, полетело, полетело, полетело. Такой себе села. Красивый. Что сегодня, апрель? Апрельский снег в виде пепла. Да не надо на меня дуть. Да это спецэффекты, ёшкин такой. О, на губу красиво прилипло. Ты как Мэрилин Монро, только у тебя вот здесь вот. Хорошо хоть только на губу, товарищ Липован. Хочешь? Что, на маринад под твои ногти. Я смотрю, тебя не впечатлили смотри, сегодня, да? Смотри, картина моя. Ну, я отвык, да, обычно там френч, френч, а тут на тебе сразу по-красному, как дала. Возьму? Аж скукожилась у меня там. Где? Угорь, елки-палки. Эй, что ты? Как там во вчерашнем банкет? Вашем стихе? Ты что, Марат, такой стих, ты что мы ржали там? Стих. Какой стих? Ты прислал. Или это Вадик? А может, это не ты? Ты его наизусть не помнишь? Нет. Ну, выучишь, расскажешь, да? Только там надо будет пару деликатных моментов как-то обыграть. И все будет нормально. Тёмочка, еще раз огромное спасибо. Вилка, во всей Липовании, просто от души благодарю. Наелись до отвала. Да ты что, мы уже угостили людей, многие едут. Там Влад едет, кстати. Везет просто... какие-то новые штиблеты. Ладно, говори, это не важно. Влад, мы тебя ждем. Рыба есть, все нормально. Штиблеты не важно, хотя у тебя лучшие в Одессе. Гледбэкс. Что? О, ты хотел сказать. Тоже не важно. Что говорить, у меня взрыв сначала вкуса было, теперь мозга. Кстати, я не всем во всем мире, особенно в Израиле, интересно, что ты думаешь о дунайской селедке? Это с чем сравнить? Не с чем. Нету сравнения. Ну, для меня вкуснее, может быть, было нежнее, только палтус. Но даже не знаю, поспорить. Не, они могут посоревноваться. Если бы вы ловили липование, это было бы бесспорно. Но так как получается, это селедка, это шикардос. Это, Марат, выбирай себе любую. Я возьмешь... уже не могу, серенький. Слышишь, да, он самая вкусная, она потом будет свет удразнить там ночью, слышишь? Елки-палки. Ты понял? Она у тебя уснет. Я сейчас... А ты вот так вот возле губы и так тик-так, тик-так. И Хаим прибежит. Ну ладно. Скажи мне, что ты попробовал? Сом попробовал? Я попробовал все, кроме карпа, потому что карпа я уже много раз пробовал. Да ты не пробовал мою рогатку эту, посмотри. Ну давай. По-братски. Боже мой. Я вот очень люблю. Ты маме оставил? Ты что? Не стыдно? Заберешь маме всего толстолоба. Зачем ей соленый? Вкусно? Просто ничего не скажешь. Даже... А Марата не говорит хрустит? Я не знаю. Я даже этим поливать не буду. Ну, я хочу просто насытиться именно этим девственным вкусом. Бесподобно. Я закрываю глаза, и у меня такие куплеты. Поэмы липованские, понимаешь? Только да вот спешает. Шумел камыш. Хобот. Да. Что тебя так камыш разбудил? Не, хобот же хобот. Есть воспоминания, да? А что ты ржешь? У нас у двоих с хоботом непорядок сегодня. Целовались на бороде, понял? Он вчера ржал с моего хобота. А сегодня проснулся, у него тоже хобот не работает. И хоботок тоже. Так, Светку мою не заразите своим хоботом. А то не надо было мне свой хобот. Куда? Ладно.
Блин, вкусно, серый. Это праздник мне устроил сегодня рыбный. Марат, и самое главное, что по-настоящему. Ой. Вот просто бесподобно вкусно. И сегодня же не четверг. Братик от души. Ну что, я не знаю. Не надо уже. Малосольная ты радость. Не я надо резать. Пусть я лежит и ждет. Ребята, еще раз кому надо вдруг очень. О, икра. Какие радости. То это не ко мне. Икра, песня, ты понял? Это именно цимис такой, что просто обалдеть. Я говорю, это не ко мне, это к Артему. Тема, встречай. И делай таким людям красиво. Боже мой. Вы же перестанете жевать? Я не хочу, Сережа, крыть. Спасибо. Катя, ее много не бывает. Катя? Матя. Что такое? Она не хочет любит... поменять имя на принцессу? Не, она любит, когда говорю Катюня. Да, что-то за Катя. Катюня, от всей души с хорошим настроением для вас сегодня устраивала вот такой шикарный себе рыбный, чисто по-одесски банкет. Не бей по руке. Жирная. Одесский липован. Всем пока-пока. Чао. Чао. Так, хватит ржать, иди покушай.